Вот оно, наше супер предложение дня. Легкая куртка Невада по цене только сегодня. Да, вы не обознались. 2799 рублей. И, кстати, это выбор Светы Воронцовой. Вы знаете, невероятно красивая и легкая вещь. Мы так привыкли с вами к тому, что в основном многие дизайнеры предлагают нам однотонные вещи. Но я уверена, что сегодня не только платье, но и верхняя одежда затмит все. Невероятный дизайн этой куртки, но самое главное, я сегодня выбираю 100% хлопок. Да. Если вы, так же как и я, любите комфорт, вам надоели плащевые материалы, мы выбираем с вами 100% хлопковое качество. К ткани вернемся позднее. Да. Давай сейчас выберем расцветки. Расцветка, кстати, ты меня очень удивила, потому что хлопок, в моем понимании, это что-то блекленькое, бледненькое. Тут такие яркие цвета. Как называется твой цвет? Мой цвет называется яркий васильковый синий. Так. Ну а для тех женщин, кто любит яркий красный цвет, пришло время помодничать. Согласитесь, яркие оттенки всегда приковывают взоры. Мне очень нравится здесь отделка. Мне нравится, что рукава, зона воротника, низ изделия оформлены в флористическом принте. Но это еще не все, это не все расцветки. Бирюзовый цвет пользуется невероятным успехом. И я еще раз убеждена, этот цвет выбирают сегодня все женщины, независимо от возраста. Посмотрите, у нас есть чисто летний белый цвет, но с контрастной отделкой, безусловно. Это тоже куртка Невада, 2799 рублей. Предлагаю перейти сейчас на подиум и выбрать ваш размер, а потом мы перейдем к дизайну куртки Невада. Люба, у Любы 48 размер. Выбирая верхнюю деталь вашей одежды, мы ориентируемся на объемы бюста. Так вот, мои красавицы, если у вас боженька надарил такой красотой, выбирайте на размер больше. Люба носит 48, куртка Невада бирюзового цвета 50-го. 50-й. Ну, вообще-то у нас есть пока размеры до 60-го. И это спецпредложение, то есть это товар дня, на который максимальная скидка сегодня 2799 рублей. Цена за куртку Невада. Ну, а мы смотрим на Анастасию, которая выбрала для себя праздничный белый цвет. Кстати, не бойтесь белого цвета. И знаете почему? Наш хлопок необычен. Он специально пропитан водоотталкивающей пленкой. Поэтому, даже если вдруг на вас брызнет, ну, какое-то пятнышко, машина пройдет и вас забрызгает грязью, ничего страшного. Вы можете смело постирать эту куртку в домашних условиях. Настя носит 48, но выбирает 50. Итак, элегантные наши девушки, но они не просто скучные, они очень яркие, они нарядные, они творческие. Вот мне нравится, Света, что куртка Невада сочетается с большей частью нашей обуви, которую мы уже представили. Поэтому, если вы в первом часе выбрали для себя туфельки, пожалуйста, присмотритесь к куртке. А я еще заметила, что у наших девчонок совершенно разные рукава. Давайте поговорим о дизайне. Куртка Невада покоряет нас не только миксом материалов. Посмотрите, как красиво прокрашена ткань. Во-первых, сегодня это очень сложный процесс, когда мы видим на однотонной яркой ткани еще и флористический принт. Это не сшитые ткани, это единое полотно. Да. И называется он сегодня стиль амбре, или переход от одного цвета к другому, или переход от однотонного яркого к принту. Конечно, это сильно удорожает модель, потому что вынуждены кроить соответственным образом, да, подстраивать одно под другое. Но у нас все равно очень-очень низкая цена на куртку Невада. И это один день, когда будет такая цена действовать. 2799 рублей. Надюша, возвращаясь к дизайну, хочу еще раз обратить внимание. Вы заметили, рукава у девочек выглядят по-разному. Это одна и та же куртка, просто рукава-трансформеры. Дело все в том, что на рукавах есть функциональные паты. И сейчас вам Люба их демонстрирует. Любонька, расстегни, пожалуйста, пуговицу, и наш укороченный рукав удлиняется. Это очень удобно. Мы можем носить легкую куртку Невада в виде укороченного пиджачка. А можем выбрать ветровку. Я сейчас хочу подойти к Любе и еще продемонстрировать одну деталь. Это кулиски, которые находятся внизу. Вот я, например, если посмотреть на мою куртку Невада, сделала кулиски в виде баллончика или тюльпана. Знаете почему? Если у вас широкие бедра, мы можем их скрыть такой деталью.
Фантазируйте вместе с нами, и в этом вам помогут наши дизайнерские решения. А еще я предвижу ваше комфортное лето. Насколько вам будет удобно и комфортно, а главное, эта модель яркая. Вот такие яркие краски и, учитывая еще сочный флористический принт, отлично подойдут для любого летнего ансамбля. Ну, насчет лета, я не знаю, как у вас там в вашем городе. В Москве лето очень обманчиво. Бывает, что солнце светит, а бывает с утра пасмурно. И что носить в такие дни? Скажите, пожалуйста, в топике не пойдешь. Нужно что-то набросить на себя, что-то легкое, но что-то по-летнему красивое. Это легкая куртка Невада. И это, кстати, дизайнерская вещь. 2799 рублей. И скажи, пожалуйста, Света, на что здесь ставка у нас? Вы знаете, я стою вместе с нашими стройными моделями и чувствую себя ничуть не хуже. Я хочу сказать, что у Любоньки 48, у меня 52. Но вы заметили, что эта куртка скрывает недостатки моей фигуры. И это очень важно. Когда мы выбираем с вами верхнюю деталь одежды, нам очень важно чувствовать себя уверенно. И эта куртка доставляет мне уверенность. Все то, что я хочу скрыть, здесь скрыто под плотной, но легкой хлопковой тканью. И это еще один плюс, который я оценила в этой модели. Когда мы выбираем с вами яркие вещи, мы покупаем нужные вещи, которые делают нас лучше. Да, куртка Невада определенно из таких вещей, потому что летом, когда у вас уже летний гардероб, когда чуть-чуть похолодает, буквально мы в растерянности, а что же надевать, правда? Поэтому куртка Невада станет лучшим решением. Она сделана из хлопка, она и по-летнему яркая, и она действительно придется к вам к двору. 2799 рублей, осталось выбрать ваш цвет. Это может быть бирюза, это может быть нарядный белый, как на нашей Анастасии, или яркий красный. Или яркий синий, как на мне. Несколько слов хочется сказать еще про стильные карманы. Так же, как и на функциональных патах, здесь мы видим пуговицы, сделанные в этно-стиле. Итак, еще раз уделим внимание размерам. Если у вас широкие бедрышки, если у вас богатый верх, выберите куртку Невада на размер больше. Когда вещь свободнее сидит на вас, вам же самой комфортнее. Ну а если вы обладательница стандартного типа фигуры, вы можете заказать размер в размер. А если нас смотрят женщины 48 размера? Прекрасно, они заказывают 50. Отлично, спасибо за ответ на вопрос. 2799, кстати, хочу сделать акцент, что это один день, когда куртка Невада будет по такой доступной цене. 100% хлопок. Надежденька, я вот собираюсь в отпуск, ведь я не знаю, какая там будет погода. Давайте вместе с вами посмотрим, много ли места займет наша куртка Невада в нашей сумочке или в чемоданчике. Я хочу сказать, что размеры ее как на зонтике. Посмотрите, пожалуйста. Обратите внимание на то, что да, совершенно мало места. А что самое интересное, после того, когда мы ее с вами развернем, у нас нигде нет дефектов. Но куртка, конечно же, это идеальное решение на лето, потому что, когда вы выбираете всю демисезонную одежду на антресоли, а потом как чуть-чуть похолодало, чуть пасмурно, уже не знаю, что надеть. Куртку Неваду мы вам подсказываем. 2799 рублей, кстати, куртку можно носить уже сейчас. Конечно. Весной. Я хочу сказать, что вот в Москве прохладно, но вроде бы сухо. Мы носим куртку Невада прямо сейчас.